Всем привет! Сегодня 30 декабря. Вышел, стоят. Чича с Герой хвостами машет, но начал снимать, они тут же разбежались, Чичеза. От шок он спряталась, и Гера пошла к ведру, к Гердиному. Ходил за водой, сегодня пока погодка хорошая. Думаю, принесу, вода начала заканчиваться, потому что первого... В церковь идти после второго раз туда неохота, уже будут с тачкой, а туда тоже вроде как нехорошо на служение с бочками, с этими, с баклажками. Но такой сегодня притащу. А там уже после выходных вроде обещано, хорошая погода, но мало ли вдруг дождь пойдет, снег там, чтобы по грязюке не лазить. А иду так, смотрю, у людей, ну, в одном там дворе ворота открыты, там кто-то там заехал, ну, друзья, видно, приехали, родственники, может, откуда-то к Новому году, видно, съезжаются, их встречают, обнимаются. В другом дворе, смотрю, там тоже открывает жена ворота, муж машины выгоняет, думаю, такие предпраздничная суета, так позавидовал вообще в праздниках, ну, мне кажется, самое такое приятное, это предчувствие самого праздника. То есть, ну что, праздник, сел за стол, раз-раз там, поел там, ах, уже и вроде сытый, и праздник закончился. А, но само предчувствие, сам подготовка, вот это я понимаю. Ну, такие эмоции. Вчера просто не записывал видео, что два видео выпустил, то меня пишут уже в комментариях и звонили, где твое видео. Я говорю, ну я утром же выпустил, и вместо вечернего дневного собачек кто-то спрашивал, как там поживают. Серые рябые, ну, то снял их, потому что пришел, Чича была дома, вышла она уже в 5 часов, уже было темно на улице, ну, что ее снимать. Потом, как она лежит у меня на коленях, уже были такие видео. Из новостей, ну, какие новости? Вчера по всей Донецкой области было, не было света с 7 до 12 дня. Ну, потом Таня вот писала, что у них вроде только дали и выключили, у меня нет, у меня вот до сих пор идет, ну, есть свет, и вечером был, и ночью, и утром, как бы пока все нормально, свет, вода, газ, все есть у меня, все нормально. Всем желаю хорошего дня, собаки лают, всех с наступающим.